Пистолет от компании Юмор-Экс, газобаллонный Макаров Ультра. Поставляется в оригинальной картонной коробке. Внутри вы обнаружите сам пистолет и паспорт-инструкцию на нескольких языках, включая и русский язык. Пистолет является, возможно, одной из самых дешевых копий пистолета Макарова, у которого есть рабочий блоубэк. По внешнему виду в целом все замечательно. Накладка на рукоять, конечно, выдает, но она удобнее, чем оригинальная, если честно. Также снизу торчит немножечко предательски поджимной винт. К остальному претензий никаких нет. В качестве основного материала в пистолете используется магниево-цинковый сплав, поэтому пистолет обладает достаточно приятной массой в 635 граммов. По имитациям. Здесь они практически на 100% соответствуют рабочим механизмам на настоящем пистолете. Более того, тут реализована неполная разборка пистолета. С одной стороны, можно сказать, что это лишнее, все равно пистолет не настоящий. Настоящий будет разбираться немного по-другому, там все чуть более жестко. Тем не менее, помимо всего, есть и утилитарное применение этой опции. Допустим, если необходимо заменить резиновую прокладку, вы с этим легко справитесь без какого-либо дополнительного инструмента. Плюс, сняв эту крышку, пистолет будет быстрее остывать, если вы, допустим, очень быстро отстреляли баллон и сильно упала скорость стрельбы. Магазин у пистолета также полноразмерный. Верхняя часть магазина металлическая, нижняя пластиковая. Для установки баллона нам не понадобится никакого инструмента, что, наверное, компенсирует предательски выпирающий снизу винт. Ствол у пистолета не нарезной, что в принципе вполне нормально для широкоплюек. Магазин вмещается у нас до 17 стальных шариков калибра 4,5 мм. Заряжается через низ, через горловину, заниматься этим практически бесполезно. В целом, пистолет крайне удачный, особенно если иметь в виду, что особо доступных макаровых с блоубэком на рынке-то и нет. В первую очередь рекомендуется всем любителям, коллекционерам оружия, ну и просто для развлекательной стрельбы.